Я приветствую вас, дорогие друзья! Добро пожаловать на канал Mortal Spiritus. Сегодня вашему вниманию будет представлен ритуал, который пока называется «Чары Наамы». Работает он во внешней среде по принципу Морока. На человека он воздействует как способ преображения, изменения. Напоминаю, принцип любого ритуала, особенно это касается любовной магии, любое ритуальное действие должно сопровождаться изменением определенных точек реальности в вашей жизни, если вы хотите впустить туда то, чего не было там ранее. Итак, ритуал лучше всего выполняться во вторник, и перед ним я настоятельно рекомендую ознакомиться с материалами, посвященными Нааме, а уже после работать. То есть у вас должна быть определенная настройка, и вы должны понимать, кем является Наама, что это за энергия, в чем разница между Наамой и Нахемой. То есть вы должны понимать, что вы призываете и какую энергию вы зовете в свою жизнь. Ритуал лучше всего совершать во вторник, в вечернее или ночное время. И прежде чем приступить, я настоятельно вам рекомендую совершить ритуальное омовение не только себе, но и пространство. Приведите свой алтарь в порядок, приведите себя в порядок. Очистите для того, чтобы принять новую энергию и впустить новое в вашу жизнь. Для того, чтобы создать олеум, вам потребуются следующие ингредиенты. Сейчас вы увидите их на своем экране. И я вам их рекомендую приобретать в пятницу, в час Венеры на растущей Луне. Ритуальное пространство для нашей с вами практики будет выглядеть следующим образом. Расположите пред собой печать Наамы, красную свечу, благовоние, это может быть красная роза, жасмин, лилия, ваниль. Выбирайте то, что у вас будет ассоциироваться с энергией Наамы. И вы можете либо использовать для практики совершенно обыкновенную ароматическую палочку, либо приобрести фимиам, либо все цветы в высушенном виде использовать в курильнице. Я предпочитаю работать именно с курильницей. Для меня она наиболее комфортна, и именно она меня включает в процесс работы. Помимо всего прочего, вы можете включить в свое ритуальное пространство предметы, которые у вас будут ассоциироваться с энергией Наамы. Это могут быть статуэтки, изображения, картины, все то, что включает внутри вас поток Наамы приятной. Прежде чем начать свою работу, настройтесь на поток Наамы приятной. Для этого начните вибрировать ее N-формулу, заряжая пространство энергиями, поющей в ночи. Ссылку на N-медитацию я оставлю под данным видеороликом. Итак, удерживая энергию внутри себя и фокусируясь на этой энергии, начните приготовление олеума. Во флакон, подготовленный для данного состава, налейте 200 мл масла виноградной косточки. Это будет основа. Следующие компоненты. Сандаловое дерево добавьте ровно одну каплю. Далее жасмин 4 капли. Гордения 1 капля. Ваниль 2 капли. Корица 1 капля. И лепестки жасмина. Не нужно добавлять их большое количество, достаточно всего 2-3 цветков. Если у вас есть палочки корицы или палочка ванили, вы можете добавить их также в свой ритуальный сосуд. Когда все будет приготовлено, поместите флакон на печать и прочтите уже известное вам молитвенное обращение Наами. Настройтесь на ее поток, удерживайте этот поток внутри себя. Чувствуется, как демоница вам отвечает. И когда ваше сознание будет полностью подготовленным, начните вибрировать формулу «Наама». Теперь закройте глаза, визуализируйте Нааму приятную, стоящую перед вами. Обратитесь к ней с личной просьбой. Быть может, вы хотите внешнего преображения, быть может, вы хотите зачаровать какого-то конкретного человека. Не бойтесь быть многословными. Говорите с демоницей. А после откройте свои глаза и, удерживая внимание на печати, на которой будет стоять
флакон с маслом. Прочтите следующее. «Нам приятная, соблазняющая сынов Божьих, царица желания. Королева ночи и тьмы, твой сладкий голос, как нектар, возносит гимны идолам. Чарующий лик искушает ангелов, он манит, разжигая плоть рода человеческого. Наваждением ты проходишь по земле, окутывая все вокруг потоком чар своих. Сыны Божьи, ставши пустотою, оживают той звездою, что горит в твоих глазах. Нама, приди к этому нечестивому обряду. Зажги мой разум, душу и тело твоей силой, Лилит Алинта. Восстань из глубины темной земли и наполни мой сосуд благоуханием самых сладких цветов, рождающих запретные плоды черного древа. Наама, голос мой, чарующий сладкий, наделенный твоей силой, будет завораживать всякого, и будет он или она готов слушать его днем и ночью, как самую сладкую и дивную музыку. Силою твоей я зачарую всякую душу, и красота моя будет явлена людям, как прелесть твоя открылась ангелам, павшим пред нею на землю, и как они отреклись от небес, завороженные твоими чарами, так и всякий меня видящий и возжелает следовать за мною, и будет во власти моей. Наама приятная, Наама чарующая, Наама околдовывающая. Ты есть я, и я есть ты. Я голос сладкий твоих глубин. Я грех и искушение. Я твой нескончаемый смех, звучащий в ночи. Аве Наама, Аве Инферно. После медитации вы можете продолжить свой контакт с Наамой, либо завершить ритуал. После того, как ритуальное действие будет закончено и закрыто, флакон с олеумом Наамы должен еще в течение 7 дней находиться на печати, и в течение 7 дней вы должны читать последнее молитвенное воззвание. На 7-й день отнесите букет лилий, жасмина или роз для Наамы в лес и выложите его на открытую землю. В последующем используется данное масло, когда вы отправляетесь на свидание, либо используется его тогда, когда вы оказываетесь в публичных местах, дабы привлечь в вашу жизнь нужного вам человека. Помимо всего прочего, вы можете использовать масло Наамы в любовных обрядах, соединяя его с генетическими жидкостями разного происхождения, втирая их в фотографию, либо в вольт вашего возлюбленного. Ну что же, на сегодня все. Благодарю вас за внимание. На этой неделе также выйдет долгожданный отжиг через Марбаса и, естественно, ритуал Лилит. Благодарю вас за внимание. Всего доброго!